У ефіры праграма «Навіны рэгіёна» ў студыі Кацярына Градніцкая. Вітаю вас і сёння ў выпуску глядзіце. Накшталт наземнага метро ці канатнай дарогі. Такі транспарт можа з'явіцца ў Магілёве. Цэлая плантацыя. Каноплю знайшлі праваахоўнікі ў Быхаўскім раёне. Яны заваёўваюць інтэрнэт. За магілёўскімі зубрамі можна назіраць цяпер на любым кантыненце. Падрабязней, эфектыўная работа мясцовай улады са зваротамі грамадзян дала адпаведны плён, адзначыў Анатоль Калінін, віцэ-прэм'ер Беларусі з рабочай паездкай наведаў Крычаўскі раён, дзе правёў прыём грамадзян па асабістых пытаннях. Таксама Анатоль Калінін пацікавіўся ходам будаўніцтва Крычаўскай гімназіі, увод якой запланаваны праз два месяцы. У вёсцы Міхеевічы Крычаўскага раёна ў шахтных калодзежах упаў узровень вады дзвюх калонак. На 130 двароў не хапае, віцэ-прэм'ер Анатоль Калінін прапанаваў жыхарам сумеснае дзяржаўна-прыватнае партнёрства па водазабеспячэнні населенага пункта. Індывідуальны прадпрымальнік з Краснаполля даў работу 80 спецыялістам, у яго шэраг задумак па пашырэнні вытворчасці, папрасіў падтрымкі на ўстаноўку ветрагенератара. Он нічого не требует, он привлекает кредитные ресурсы, он покупает импортные линии по производству, по переработке углубленной древесины. И таким образом он решает комплекс задач социальных, производственных и экономических для страны. Вот таким мы бизнесменам должны помогать. Што тыднёвыя прамыя тэлефонныя лініі далі плён, адзначыў віцэ-прэм'ер. Людзі прыходзяць на прыём з дзелавымі прапановамі. Анатоль Калінін застаўся задаволены і ходам будаўніцтва гімназіі ў Крычаве. Нагадаем, у 2014 годзе абвалілася частка старога будынка. Школу вырашылі разбурыць, а побач пабудаваць новую сучасную з басейнам. Зараз тут працуюць больш за 200 спецыялістаў. Львиная доля – так пестикорских строителей. Специализированные работы выполняют у нас могилевские строители, это сантехники и электрики. У нас есть проектная документация по озеленению территории. Значит, эту работу мы отдали Могилёв-Зеленстрою, который подготовит дизайн-проект по озеленению. Объект подрыхтованы на 80%. На 25 жнивня запланована его сдача. Решен вопрос дополнительного финансирования по этому объекту, потому что с Нового года вопрос не решался. Сейчас принято решение правительства и на равных долях и областной бюджет, и республиканский бюджет дофинансируем строительство и завершение строительства этого объекта. Поэтому активизировались работы, сроки стоят. 1 сентября дети должны пойти в новую обустроенную школу. На данном объекте проблем на сегодня нет. Нужно просто активизироваться строителем, выполнить ряд работ по элементам благоустройства. Мы сегодня увидели классы комфортные, светлые. Все задачи поставлены. Еженедельно будут проходить штабы под руководством облсполкома. Всем нужно только напрячься и работать. Гэтая школа повинна стать одной из сучасных установ адукации не только у Могилевской области, але и у Беларуси, подкреслил вице-премьер. Тут повинны украняться инновационные технологии. Татьяна Сергейчик, Александр Артемьев, «Новини региона». 17 червеня помощник президента Республики Беларусь, головный инспектор по Могилевской области Геннадий Лауранков проведет у городским райвыканками особистый прием и прямую телефонную линию. Так потелефоновать можно будет с 9.00 и до 12.00 по номеру у горках 76-426. После закончения прямой телефонной линии Геннадий Лауранков будет вести особистый прием. Попередне необходимо записаться по телефонах, которые вы бачите на своих экранах. Дзве жанчыны пацярпелі ў выніку дарожна-транспартнага здарэння ў Магілёве. Аварыя адбылася на вуліцы Крупскай. Маршрутка рухалася ў крайнім правым радзе. З ёй спачатку параўняўся, а потым абагнаў грузавы аўтамабіль. Пра тое, што адбылося далей, расказаў кіроўца таксі. Когда вытянулся немного вперед, начал резко уходить направо в поворот. Я с какой полосы? Со средней полосы начал уходить вправо в поворот. Я начал тормозить, избегаю, как-то пытался избежать столкновения, но у меня не получилось. Пострадало два человека. Женщина с подозрением на перелом голени. И вторая женщина тоже пострадала с подозрением на перелом носа.
816 килограммов конопли знищили оперативники у Быховском районе. Недалеко от вёски Воронино милиционеры группы наркоконтролю совместно с супрацовниками ДАИ Быхова выявили плантацию дикорослой дурман травы. Яна росла на площади у 2720 метров квадратных. Наркоутрымливающую рослину выкосили, а потом знищили. Небесный транспорт может з'явиться в Могилеве. Такую перспективу огучили подчас посяджения Ассоциации промысловцев. Новая транспортная ветка, згодно распрацованному бизнес-плану, может связать площу Орджоникидзе и район в улице Маучанского. На презентации побывала и наша здымочная группа. Оп, все, он сработал. То есть авария, он автоматически выключает. Любая перешкода и вагончик спынится, тлумачит консультант компании, якая популяризует инновационный транспорт у Беларуси. Мовляв, у нас трудной рейковой дороге аварии выключаются. Модель, якую презентовали, поменьшенная у 10 разов от реальной. Вагончики для Могилева плануются, будут крыху иншими. Легкий прогулочный вариант на 2 человеки. Бизнес-план проекта распрацовали и его подтримали улады. Проведены все разлики. Бизнес-план, который уже составлен и утвержден по Могилевской трассе, стоимость проезда будет 80 копеек. При том пассажиропотоке, который уже изучен, существует сейчас с Мовчанского на Орджоникидзе, и будут они ездить здесь, это позволит только эти 2 километра 250 метров сэкономить Могилеву $1 млн в год. Первый участок – 2 километра 250 метров. Добраться с площади Орджоникидзе до Мовчанского на таким по сутности надземным метро реально за 2-3 хвилины. При этом никаких пробок, светлофоров, только хуткость и интересный вид из окна. Окупаемость проекта, скажем, не больше 10 лет. И он отличается безопасностью, экологичностью, эффективностью своей, ну и, конечно, финансовой выгодой. Подчас посяджения Ассоциации промысловцев обмерковали так само максимальные крыницы финансования проекту. Будовництво может быть распочато у 2019 году, запуск у первом квартале 2020. Павел Савицкий, Олеся Рыбалка, Александр Тарасов, новини региона. 14 червня централизованное тестирование по русской мове. Это один из самых популярных испытов сярод будущих абитуриентов. Сёлета русскую мову на Могилёвщине выказали жадание сдавать 9497 человек. На первый тест по белорусской мове, который проходил 12 червня, зарегистрировалось 2762 человека. Пришли 2616. По словам специалистов регионального центра тестирования, порушений и выдаления УЦТ по белорусской мове не зафиксировано. На Могилевщине работают 7 пунктов тестирования. Зарегистрироваться на испыт у резервовый день можно будет с 30 червня по 3 липня. Початок испытов у Тымлику и у резервовые дни у 11.00. Не забывайте пашпорт и пропуск. Отримать сертификаты абитуриенты смогут у пунктах тестирования с 10 липня, а выкарастать их можно на протягу 2 год. Нагадаем, должится тестирование будет до 2 липня. У этот день абитуриенты будут сдавать сусветную историю новейший час. Погоднение об супрацовництве у сферы молодежной политики подписали по Могилевской областью и Бранской Российской Федерации. Подея отбылась у Климовичах. Нагадаем, старт этому супрацовництву дали летось на форуме у Могилеве межрегиональное супрацовництво Бранской и Могилевской областей у сферы молодежной политики у рамках союзной державы. Эту инициативу мы поддержали, в том числе создали молодежный парламент и в районе. Этот опыт принимают другие районы. Ну и вот это в развитии уже вот этого движения, взаимодействия нашей молодежи между собой. Сдавайте кровь зараз, сдавайте яе часто. Менавіта такий девиз собрала сусветная организация аховы здоровья для сёлетнего дня донора. Его отзначают, что год 14 червня. У Беларуси этот день проходит еще и под одним девизом – без выкладного донорства. Как поведомили специалисты Могилевской станции переливания крови, безвыкладное донорство опошним часом потиху але набирая популярность. Например, коли летось за 5 месяцев 17% доноров отмовились от выплаты, то сёлета уже 25%. У традиционной акции по сбору крови, якая распочалася 1 червня, на Могилевщине сёлета приняли удел уже больше за 300 человек. Але, как говорят медики, робить добрые справы треба не только у дни акции. И запрашивают до донорства усіх, кто ожидает и не имеет противопоказаний для донации. Специалисты кажут, что донорство несет двойную корысть не только для тех, кто имеет потребу у крови, але и для тех, кто сдает.
Как показывает статистика, люди, что постоянно сдают кровь, меньше хвореют от острых респираторных инфекций и меньше схильные до сердечных захворваний. Могилевские зубры теперь онлайн. У Могилевском засаде насупрать вольера с этими живелами установили веб-камеру. Видео с яе доступно 24 годины в сутки на всех континентах. Камера працуе и в ночном режиме. За месяц тестов ресурс наведали больше за 6 тысяч корыстальников интернета. Теперь у Могилевском агролесотехничном колледже распрацовываются рекламные баннеры, которые дозволят переходить до онлайн-назирания у несколько кликов. Если у нас такое богатство есть, зоосад, в варианте сафари, зубры, пятнистые олени, лани, другие животные, притом они в варианте свободы, почему весь мир не видел бы, что в Беларуси есть и это? Вот такое прекрасное богатство. И не только видеть в варианте онлайна, а еще приезжать, любоваться, общаться с ними. И поверьте, это обогащает человека, душу его, морали его. И до спортивных подей в области протягивается республиканская спартакиада школьников. Самый великий спортивный форум краины проходит у 4 городах Могилевщины. Головной пляцовкой стал спорткомплекс «Олимпиец». Тут споборництвы по 8 видах спорту. Зараз арена принимает борцов. Репортаж Андрея Шуляка с места подей. 168 таки на спартакиаде школьников колькасный спис удельников по вольной борьбе. Сярод тех, кто выходит на борцовский диван Могилевского олимпийцу, переможцы республиканских споборництв. Статусности надают и зорки этого виду спорту, чемпионки Европы. Марина Шаучук из Минской области и Кристина Здункевич из Могилевской. Тут яны так само у переможцах. Старалась, настраивалась, боролась. Все соперники одинаковые, надо же с кем-то попробовать бороться. Все было очень легко. Ну, я с ней уже боролась раньше. И как раньше были успехи с ней? Я выиграла. А за счет чего, как думаете, побеждать именно ее? Ну, не знаю, наверное, за счет техники. Кристина зараз Навученко Бабруйского училища Олимпийского резерву. На спартакиаде это помогает нашей команде набрать заликовые баллы и узняться на пьедестал. Усе сподзяются на первое место. Я думаю, что в этом году нам немножко сложнее будет. Омолодился состав. Но у нас есть хороший задел, который был сделан в предыдущие спартакиады. И сегодня девочки борются. Я думаю, что должны показать хорошую борьбу и будем надеяться, что выиграем. После 6 дней споборництва у программы спартакиады завершены только один вид спорта – мастацкая гимнастика. И тут команда Могилевской области – серебряный призер. Андрей Шуляк, Миколай Соболев, новини региона. Могилевский плывец Микита Цмых знову ладальник медалей. У Монте-Карло завершился первый этап престижного международного турниру по плаванию, у яким примали удел мощнейшие белорусские плывцы. Особливость поборництва у тем, что это турнир на выбывание. И он проводится по 4 дисциплинах на спринтерской дистанции 50 метров. После попередних заплывов застается 16 лучших плывцов, потом 8 – 4. У финал выходят 2 мощнейшие плывцы. Приемно, что у вынику Микита Цмых завоевал 3 узнагороды. Золото на дистанции 50 метров и сребра у заплывах 100 и 200 метров на спине. Самые новые, самые пригожие, худкие автомобили, мотоциклы Беларуси, краин близкого замежа у один час и у одном месте. 17 червеня на аэродроме у Быхове пройдет Аутофест «Летний форсаж». Гэтае спаборництва по драг-рейсингу по водгуках специалистов самые престижные у Беларуси. И крыстаются особливой популярностью, бо не только удельники, але и гости фесту смогут убачить и поравнать ходовые характеристики новеньких авто, их интерьер и экстерьер, а так само оценить разностайность тюнингу. До речи, по словам организаторов, лето и споборництвы собрали больше за 8 тысяч человек. Сёлетний фест плануется не меньше масштабным и пройдет у 2 этапы – летний и осеньский. На мероприятие запрошены гости из Польши, Литвы, Германии, а так само Украины и России. А это покуль вся информация. Я с вами развитываюсь. До встречи. Заставайтесь с нами.